Так, вот, теперь я есть. Привет всем. Привет, Крокус. Привет, Москва. Я рад вас видеть. Давайте будем начинать. Слайдов достаточно много. Я буду говорить быстро. Медленнее я не умею. Сразу же несколько вводных. Презентацию каждому отправлю, поэтому можете ничего отдельно не фотографировать. И вот с чего начну. У меня есть ряд таких определенных, наверное, постулатов, которые мне в бизнесе помогли вырасти. И я на прошлом мероприятии тоже примерно около этого разговаривал и увидел, что это имеет смысл. Кто-то начал это делать и тоже начал, скажем так, получать результаты такие же, какие и у меня есть от там, конкретно своей деятельности в рамках нашего бизнеса. Меня зовут Тарас Гадованюк, да, я родом, все верно, из маленького очень поселка. Я такой же, как каждый из тех людей, который приехал на это мероприятие, еще, возможно, в этом бизнесе не имеет никаких результатов, но вот как раз те вещи, о которых я сегодня буду говорить, постарайтесь этим пропитаться, потому что во мне это заложило определенный фундамент и дальнейший рост. Мне кажется, что у вас точно такое же представление. Вокруг сегодня очень много информационного шума, какой-то информации, кто-то что-то делает. Эти делают одно, эти делают другое. У кого-то чуть лучше получается, у кого-то чуть хуже. Вот я когда партнером пришел, для меня, наверное, самое основное и важное было – это какие-то, наверное, основные ключевые действия, маленькие шаги, которые нужно делать для того, чтобы здесь на этапе старта, на этапе новичка все начинало получаться гораздо быстрее. И но на сегодняшний день правила очень сильно меняются. То есть делать бизнес, делать там, не знаю, партнерство, предпринимательскую деятельность, то, как это делалось 10 лет назад, 15 лет назад, 5 лет назад, уже нельзя. И вот в этом большом мире, который постоянно меняется, нужно всегда успевать подстраиваться под меняющиеся правила, под изменяющуюся какую-то реальность. Есть определенные тезисы, которые у меня выписаны, и то, с чего я хочу начать, это про определенные стереотипы, которые блуждают, витают вокруг партнерского бизнеса. Мы, возможно, это слышим на переговорах, еще что-то. Какие это стереотипы? Ну, примерно такие. Мемы наши все, да, это определенная такая нотка юмора, которую мы можем найти там в интернете, можем друг другу пересылать, от этого сами там забавляться, да, вот такие какие-то вещи, очень забавные. Я вот сел, полистал, посмотрел, причем про разные веселые компании, слышишь этот звук, да, какое-то дурное место, здравствуйте, я Елена. И так далее. Про какие-то клетчатые сумки, господи. Слышали это? Да, вот эту вот историю. И в том числе через вот такие мероприятия мы пытаемся показать другую философию. Я думаю, что ряд ребят в этом зале хотят быть хотя бы, ну, не то, что как-то скопировать или быть похожими, а хотят где-то, может быть, получить то же самое признание, там, деньги, результаты и так далее, примерно по там, типу людей, которые выходят на сцену. Правильно? Вот это мы пытаемся транслировать постоянно на наших мероприятиях, и поэтому это еще одна такая важная точка, почему на них нужно быть, да, да. Дулин. Ну, мы это ведь знаем, мы с этим знакомы, это время от времени происходит. Но что происходит с другой стороны? То есть это одна какая-то картинка, а что происходит с другой стороны? Этот бизнес стал уже за последние много лет абсолютно другим, но кто-то тащит с собой прошлую предысторию этих стереотипов и, возможно, транслирует на переговорах еще где-то. С этим надо просто спокойно жить, потому что если посмотреть на другую сторону этой картинки, она выглядит немного по-другому. Это скрины некоторых инстаграмов, я пытался выдернуть по отдельности фотки, но я решил просто надо скринить ленту и вот так вот вставлять. Это то, как выглядит жизнь сегодня партнера. Что это для меня? Это драйв, это точные эмоции, новые друзья, какие-то выезды, звезды. Я был на многих концертах, но вот так там рукой дотянуться до Димы Билана или других звезд, которые там к нам приезжают и привозят компания, ну, у меня не получалось. А здесь есть такая возможность. То есть вот этим всем пропитан наш бизнес, но еще и с другой стороны есть там работа в полях, работа постоянная, работа дисциплинированная и так далее. И мне кажется, что сегодня уже, ну, нельзя не видеть, не ощущать, как, ну, партнеры зарабатывают деньги, что действительно есть результаты, что действительно это вот такая картинка. И мы два дня назад встречались с ребятами в лидерском совете, и мы общались и пытались вспомнить, какая у нас была самая основная точка, что мы пришли в бизнес и начали заниматься. Вот я про себя скажу, для меня это было дополнительное там, 500 тысяч долларов, то есть условно там 50-70 тысяч рублей для того, чтобы чуть больше зарабатывать к своей зарплате руководителя. У кого вот примерно то же самое, когда вы, например, услышали первый раз там про идею, у вас возникла мысль, а
что если? Вот кто за там, время партнерства с компанией, какое-то количество там, месяцев или лет вы партнер, там есть какие-то финансовые результаты, кто уже, я не знаю, там, закрыл ипотеку, купил квартиру, выехал на какое-то путешествие, заработал денег на квартиру, на машину, еще что-то, отправил детей в садик, стал другим, да? Ну, есть ведь эта история. Это вот другая сторона, другая картинка, которую, мне кажется, очень важно показывать, да, для того, чтобы вот эти стереотипы, они немножко перемещались в сторону, ну, фактов. И очень важно иногда, знаете, посмотреть со стороны. Мы, находясь, ну, как бы глубоко внутри бизнеса, не всегда можем дотянуться до сути, посмотреть прямо в глубину. Это, знаете, как вот в навигаторе. Если вы едете куда-то из точки А в точку Б, то важно иногда уменьшить масштаб и посмотреть примерно, как будет проходить мой маршрут. И здесь у меня два очень важных фактора. Это начну с первого, это видение. Для меня, опять же, через мероприятие очень важно видеть куда-то подальше, то есть на год, на два, на пять, потому что здесь очень хорошо проходит, подходит аналогия с лесом, потому что когда ты находишься в лесу и ты подошел к березе, что ты видишь? Кору, да, то есть ты вот, ну, уперся, ты ничего. А если ты немножко отойдешь назад, ты начинаешь видеть всю вот эту картину. Второй момент, о котором уже говорилось, это дисциплина. Это ключевые маленькие действия каждый день, которые с этим видением и с вот этой каждодневной дисциплиной тебя все-таки, ну, приведут там вот к этим столикам, приведут на сцену и так далее, приведут к каким-то своим результатам. И в плане, наверное, видения и дисциплины и меняющихся инструментов для меня очень важен вот этот вот момент, да, и их тут, скажем так, несколько. Это Инстаграм, это личный бренд, это все, что связано с онлайном. Почему для меня это очень важно? Потому что, ну вот, за время партнерства у меня порядка 70 партнеров личных, с которыми я начал работу, от этого появились там еще партнеры, еще команда, клиенты и так далее. И примерно половина из них – это ребята, которые появились с помощью социальных сетей. Контакт, Инстаграм, когда-то я написал, или они каким-то образом отреагировали. И к этому я имею какое-то количество своего заработанного чека. Я понимаю, что если бы я не занимался вот этим, то, соответственно, примерно половина бы, отталкиваясь от моей первой линии, ресурсов на сегодняшний день у меня бы просто отсутствовало. Каждый из вас сейчас может примерно предположить, посмотреть, там, проанализировать, что из наработанного, например, есть у вас уже сейчас. Понятно, что у кого еще только-только сейчас этап старта, это одна история, но этим тоже важно заниматься. Но те, кто уже занимаются, то есть готовы ли вы к тому, что у вас, вот к тому, что есть, прибавляется еще 50%? Кайф? Да. Но тогда вот без этого в меняющихся реальностях достаточно сложно. Несколько важных пунктов мне очень нужно проговорить. Люди покупают, если мы говорим про продажи, мы занимаемся бизнесом, люди покупают тогда, когда есть доверие, когда есть какая-то энергия, когда те, за кем они следят, человек транслирует какие-то схожие мысли, схожую энергию, в общем, да, и человек это считывает, доверяет, и, ну, как бы вот этот вот барьер какой-то, он начинает достаточно серьезно сокращаться. Побеждают те, кто делают в своем стиле. Абсолютно разные ребята, которые есть в нашей компании, их достаточно много, их количество, слава богу, начинает увеличиваться, когда эти люди без каких-то внутренних разговоров начинают делать просто качественно по инструкции. Здесь Николай, Рафаэль, Екатерина, Александр, Елена, Наталья, Дмитрий. Разные ребята с разными посылами постоянно транслируют то, как действительно выглядит жизнь партнера. И побеждать будут те, кто делают. Да? Ну, то есть у всех свой стиль, но делать это условно ключевое, это основное. Что делать? Транслировать, что вы за человек, что вы за личность. Истории, мысли, чувства, отношения к той или иной теме, какие-то свои принципы, энергию и характер. Экспертность, темы, в которых вы разбираетесь уже на сегодняшний день. Мы каждый сюда пришли как партнер, то есть у нас есть какой-то прошлый опыт. Можно это транслировать, можно добавлять сюда что-то новое. Темы, в которых вы разбираетесь или хотите разбираться, постоянно транслируйте это как эксперт. Жизнь, график, распорядок, чтобы сокращать эту дистанцию, да, чтобы люди начинали доверять, где вы живете, пространство вокруг, жизненные цели, решение задач, факапы тоже. Когда у нас есть какие-то поставленные цели, мы их не достигаем, люди пропитываются тем, что они начинают, может быть, где-то сочувствовать, помогать, болеть за вас. Знакомо вам это? Ну, бывает такое, это жизнь, это происходит, но зачастую вот этот вот вообще весь многогранный мир, который с нами происходит, знаем только мы его и наше ближайшее окружение. А люди вовне абсолютно не в информационном поле. И
Мне кажется, что там конкретно Инстаграм, социальные сети – это идеальная площадка для того, чтобы иметь очень огромный рупор, для того, чтобы говорить о том, какой продукт, какая компания, что у нас происходит, получается, не получается. Это все человека, ну, вовлекает в некую доверие, в некую энергию, чтобы люди начинали доверять. Создавать нужные ассоциации, зачем транслировать жизнь? Вызывать интерес, чтобы за вами следили. Отражать ваш образ жизни и показывать, какой вы, ну, на самом деле. Да? Это очень важные моменты. И после этого уже, после этого, да, то есть это основные постулаты, вот, наверное, тут лучше всего все-таки какие-то, скажем так, краткосрочные курсы, если вы абсолютно в этом ноль, да, чтобы посмотреть, как это хотя бы там условно делать правильно. Бесплатного материала достаточно много, изучайте, погружайтесь. Я хочу сделать основной акцент, что это очень важная вещь, которой стоит заниматься в бизнесе, потому что, ну, такой, скажем так, еще раз, рупор сложно где найти в сегодняшнее время. Если действовать по модели такой же, как мы, не знаю, там, работали 10-15 лет назад, то той эффективности сложно достигнуть. Да? Ну, то есть нужно постоянно какие-то новые инструменты. И по поводу новых инструментов, да, когда мы озадачились вопросом, а как за единицу времени делать больше, как делать там условно не одни переговоры, а две встречи, как делать там 5 встреч, как делать там 10 в день и не уставать, например. Да? То есть чем большему количеству людей дать информацию, соответственно, тем больше воронка на входе. И та идея, которая родилась, соединить несколько сервисов, которые раньше работали, скажем так, немножко по своей стратегии в разнобой, родилась в платформе UDS School. Это абсолютно бесплатный сервис, который есть для каждого партнера внутри личного кабинета. При нажатии вот на такую желтую кнопку, многие ее уже видели, кто уже заходил, смотрел, изучал, да, смотрел какие-то обучающие видео, класс. Это все бесплатно, да, то есть это реализовано. И какие выгоды здесь получаю я, получает каждый партнер. Вот внутри это примерно выглядит вот подобным образом. Слева есть огромное количество разделов, которые сейчас будут добавляться, наполняться и усовершенствоваться. Там практически каждый день мы ведем работу над тем, чтобы что-то здесь улучшать в инфраструктуре и работе для партнеров. То, с чего хочу начать. Наверное, самое одно из основных, когда новый партнер приходит в бизнес, и завтра у него, возможно, потенциально какая-то новая регистрация, здесь один из ключевых моментов, а как я, тот, у кого еще нет какого-то опыта и навыков, могу передать, да, материал, передать информацию, передать все ценное человеку, который появляется завтра, и вот мне уже с ним каким-то образом нужно работать. Для этого есть полная автоматизация, обучение с нуля, когда мне за это париться не нужно. То есть по большому счету мне сейчас не надо там пересматривать все видео и все прям вот по порядку там штудировать. Мне можно без проблем регистрировать партнера, и он самостоятельно начинает проходить все то же самое по шагам. Обучение с нуля и обучение после нуля, да, то есть там и внедрение, и продажи, все это на платформе присутствует для тех, кто был, вы это знаете. Идеальная история, библиотека кейсов – это то, когда мне как партнеру не нужно вникать в детали какого-то каждого конкретного бизнеса очень глубоко. Когда я могу взять пример «было-стало», и сейчас этих примеров, ну, с учетом этих добавлений, будет там порядка 150 кейсов разных партнеров, которые там сделали внедрение в разные компании. Я это просто показываю предпринимателю. Я говорю, вот смотри, вот плюс-минус у тебя будет примерно так же. Кайф? Ну, это круто, не надо заморачиваться, да, ты просто скачал готовое, показал, человек говорит, ну, супер, все, я готов покупать. То есть продажа происходит гораздо, ну, легче для любого там нового потенциального клиента. Автовебинары. Это история про то, что многие, наверное, хотели, чтобы какие-то первые переговоры с вами провели те люди, ну, например, которые сегодня там выступают на сцене, потому что они там могут ответить на любой вопрос, может быть, там как-то хорошо дают материал. И это тоже реализовано, потому что я могу взять там свою персональную ссылку, которая есть в платформе, отправить человеку по его ценностным запросам, например, там вебинар от Рафаэля Хафизова. Рафаэль до этого нефтяник, и я могу сказать человеку о том, что, слушай, у нас есть парень, который тоже из нефтяной сферы, да, если это примерно та же самая целевая аудитория, он сделал результаты в бизнесе, он уволился с работы, вот сейчас у него это, он как раз на вебинаре рассказывает. Отправляю ссылку, человек регистрируется, смотрит презентацию, моя задача просто позвонить и спросить, как тебе идея, что больше всего понравилось. Ну, какой пакет ты для себя выбрал? Класс? Ну, тотальное сокращение времени. Когда раньше за там, час времени я мог провести одну встречу, так я могу, ну, дать информацию там, 5-7 людям, да, сделать такое количество касаний. И также по там, разной целевой аудитории. Сейчас мы эти все эфиры будем прям по целевую аудиторию уже договорились, что перезаписывать, да, для того, чтобы мы могли четко попадать в разные аватары тех клиентов, которые у нас есть. Или я могу эту же ссылку взять и разместить у себя в Инстаграм. И тогда происходит, ну, для кого-то магия, но для меня это, ну,
наверное, уже стало давным-давно нормальностью, когда приходит вот такое сообщение, где написано, что какой-то человек с таким-то номером телефона, я даже вижу, как его зовут и откуда он пришел, зарегистрировался на эфир и из 88 минут посмотрел 59. И на эфире он ткнул на кнопку «перезвонить ему». И приходит следующее сообщение в бот UDS School о том, что человек смотрит видео и просит вас ему перезвонить. Сильно заинтересованный человек, прям вот уже терпеть не может, нажал на кнопку, говорит «перезвоните мне». Я не знаю, кто это, я не знаю, откуда он там взялся, но он, ну, то есть он с каким-то интересом. Потому что до этого была трансляция в Инстаграм о чем-то, о компании, о своих там чувствах, эмоциях, переживаниях, о том, как мы это мероприятие проводим. Я уверен, каждый записал истории, да, с этого мероприятия, выложил посты и так далее. Да. Сейчас самое время записывать контент, подходить к ребятам, да, к тем, кто... Может быть, здесь там за столами или те, кто вот там в зале. Подходите к разным людям, записывайте с ними видео и спрашивайте, откуда ты, из какого города, почему ты принял решение там, если есть финансовые результаты, сколько ты денег заработал. Это очень важно, это освещать, транслировать и делать это вот, ну, через свои там личные аккаунты. Вот это таким образом работает. Плюс. Никаких бумажных списков, ничего это нет. Понятно, что мы от этого уже давным-давно ушли, потому что внутри платформы есть CRM-система, где ведется весь список кандидатов. Есть даже, вот я иногда тестово регистрируюсь на разные трансляции. Да? Виден номер телефона, на какой эфир человек зарегистрировался, был на нем, не был, когда была дата регистрации. Сейчас здесь появится еще детальная такая заметка, в которой можно будет прописывать, когда с человеком связаться, когда с ним снова выйти на контакт, и вам будет приходить в тот же самый бот уведомление о том, что надо скорее с человеком связаться, потому что ты с ним договаривался. Он эфир посмотрел, да, как бы вы там с ним перенесли встречу, все, время звонить. И вот такая CRM с кандидатами есть. Я думаю, что многие уже это смогли протестировать, потому что, сколько уже пару месяцев платформа работает, да, и вот, ну, можно в ней все это отслеживать. И вишенка. Вишенку хотим? Вишенка. Да, бот дежурный внедренец. Вы ничего не поймете. Но это примерная логика того, как будет выстроено взаимодействие меня как партнера с профессиональным внедренцем, который, которого раньше необходимо было найти в каком-то списке, до него добраться, как-то до него дозвониться, что-то с этим совсем придумать и сделать. Сейчас это все будет упрощаться на уровне одного Telegram-бота, в котором вы нажимаете о том, что вам необходимо запросить профессионала на первые переговоры или на вторые переговоры, или на внедрение с каким-то предпринимателем. Вы просто отправляете заявку, указываете нишу, сферу, город, время переговоров, и под вас находится внедренец, который с вами эти переговоры проведет. То есть полная автоматизация, вообще не надо думать. Понимаете? Это сейчас на финальном этапе, 10 числа это появится уже кнопка вот... Вот где? Вот здесь мы видим кнопка там снизу, дежурный внедренец, она будет активна, и вы все можете это протестировать. Классно? Круто, все, понимаете? При этом презентация бизнеса для какого-то нового потенциального партнера вообще, ну, на этом может заканчиваться. Потому что у человека вопрос, а как продать, а как там сделать презентацию, а как показать какие-то результаты. А вот так, нажатием одной кнопки, да, то есть очень много заинтересованных ребят-партнеров, которые могут провести первые переговоры. Круто? Все, это точно в 2022 году нам даст кардинальные прорывы. Поэтому есть хорошие новости, они выглядят примерно вот так. Так что основные ключевые мысли. Мир меняется, надо под него подстраиваться. Инстаграм, личный бренд, онлайн, это нельзя сегодня никак игнорировать, чтобы мы могли менять, возможно, те остаточные стереотипы, которые есть в голове у каких-то людей вокруг, у каких-то кандидатов, у рынка, который смотрит на то, как мы развиваемся. И причем это можно очень легко сделать с помощью автоматизации, когда за секунду, за минуту, за час можно быть гораздо эффективнее, чем за целый рабочий день. Это самая, наверное, одна из ключевых мыслей. И в конце у меня, для каждого из вас есть подарок, я же не могу без подарков. Значит, я могу вам отправить? Вот эта презентация, где есть какие-то моменты, которые вам, возможно, нужны будут. И несколько документов, которыми я пользуюсь только в личной работе. Документ там топ-5 ошибок при внедрении программ лояльности. Документ, который я скидываю потенциальным партнерам о том, как выйти на первые 500 тысяч рублей. Да, там несколько красочных PDF-ок. Это презентация и книга, которая, наверное, около 3 лет назад полностью поменяла, наверное, и сделала, как это обычно говорят, кардинальный сдвиг в рамках моего понимания партнерского бизнеса. Там будет еще одна книга. Что для этого нужно сделать? Подписаться, написать слово «материалы»
просто в директ, и там автосообщением вам отправится этот документ, вы сможете его скачать. Достаточно просто все делается. И я буду финалить, наверное, скажу несколько слов, знаете, о чем? О том, что ребята, которые сегодня выходили на сцену, они в общем и целом от многих из здесь сидящих ничем не отличаются. Их отличает, наверное, только критерий того, что они могут доделывать до конца, доделывать в какие-то критические моменты, когда одни пойдут спать, а вторые этого не сделают. То есть какая-то, ну, не в глобальном смысле, да, а вот чуточку терпения, чуточку сделать какой-то еще один шаг, чуточку какого-то, наверное, видения чуть дальше, чем ну, того, где другие могут останавливаться, если я понятно формулирую свои мысли. И я бы, наверное, закончил на том, что попросил вас верить, наверное, в самих себя, потому что этого зачастую не хватает. Вера — это то, что ну, не требует никаких подтверждений, не требует никаких доказательств. Верить важно в самого себя, и тогда, ну, я уверен, точно все будет получаться. Вера вам, старание, и увидимся с вами на следующем мероприятии ровно через полгода. Спасибо огромное, ребят! Thank you.